Oh well, could get enough flash at least. It's worth, I guess, because I have talent for lane. That was Darien. Opa Darien style. Алик? Ну так, в принципе, умеет. Да вот какой супер агрессивный тендомер. Привет, хентай. Охренеть. Чё, я просто суицидил. Играл протана, говно. Попробуем мадокерри давайте. Сейчас бы убились, это был тут конченый пес. Чё за говно, а? Я просто зайр один-один номер. Подыгнай это. Без вина еще неплохо сидит, когда я кидаю кинжалку. Что бегает? Хорош. Нифига тут. Фомка просто забожил. Захилял, что ли? Нет, флешнулся, утонул. А, ты значит спас? Угу. Чё-то тебе ему ассист не дали. Так я убил тендомера, я тогда этому догорал. Пойдём пойти на кого-то. Его прошли ряд за репортом. Я его не стал репортить. Да, я репортил его. А ты зарепортил? Ну ты же сказал, он зарепортил. Я подумал, что он реально затроллил неплохо. Он затроллил неплохо. У меня вард кончился на линии.
меняйте там. Спасайте. Че ты на бот смотришь, что здесь высоко? Тут я промазал, вот, показал бы на теме. Не крафт плейс был, может, я почтаун сделал. Вот видите, стоит, я почтаун допромахиваюсь. Охренеть, он меня кританул два раза подряд, блядь. Шарной кусок, да? Че эти криты бесит без так? Такой дебильный герой этот. Тиродир, это такой ад просто. Это хрен та еще задралась играть им. Зачем вот придумать героев, которые были зависит от критов? Че не хватает доджи в игре, знаешь, Алекс? Ну да. Когда доджи убрали просто, знаешь? Боб доджанул по тауэрам. Боб has been slain. Вообще, надо будет неплохая команда, Али. То, что я шен саппорта, все равно спасать неплохо. Я там вайзу купился. Limp Bizkit. Ты там сабскрайбер сделали, изучать. Чё-то спасибо не говоришь. Не знаю, может, я играю в WoW. Hey MSC King, thanks for subscribing. Oh my god. This place. Here's the tunnel. This gang saving the day. I hold. Oh, Alex, what the fuck? She got flash. Hello, I'm useful support. Uh-huh. Wayne dies now, but... No, she's okay. I need to recall. Tryndamere can kill me. I got no mana. I got exhaust. Buzz, you wanna go bottom support? You can... deal sun fire. Freaking toxic champion. Tryndamere not toxic, he's balanced.
тут Генки. Fuck, he will get the turret, Edward. What can I do? You should taunt him under the turret. That was that. If you get ulti again, what the fuck? Holy fuck, man, this is so hard to play Shen when you don't play it for like long time. It's almost impossible. I don't even know the range of town. It got nerfed. Really? Yes. Oh. Yeah. Should go bow down. Yeah, we come. I think it's worth to get twin kill again. It's always worse to have twin damage dead. Yeah, I think you can dominate him so hard now. Yeah, we lost half tower, maybe more than half tower bottom. I'll come and defend it. Shen Mihanics, GG. I don't give the twin 3 kill now. Are you okay actually? Or not? What the fuck? Kill ultimate, come on. Fuck, he crit again. He shouldn't have ult, yeah, that's worth it for sure. Worth. Woof, woof. Woof. You can Drake. I need to take the tower down. Okay. Tower is twice more worth than. Sivir is so farmed up. She okay. Can't. And be strong. She's 0-1. Caleb, same farm. Caleb is more epic than Sivir, you know? Look at my CS. My CS is amazing. I guess if I'm farming, I will get more than you. I get 21. I get ulti again. I'll get brutalizer. Got butter. Not worth. Corki just recalled. Only Zyra with no mana. You can just get tower. А Фомку сейчас какой команде? Фиг знает. Димон вроде. И Никсара. Знаешь Никсара? Походу против них будем, ладно. Ну да. Нет. Че, Сир покарает? Ну так, она флешит. Пипец там просто. Хрень там Кайла пришла. Я не знаю, как он так ролмит, это пипец. Че, боишься уже проиграть против них? Это вообще жесть. Потный какой-то. Человек под. Эй, что за фигня, Алекс? А чё кинблоки опять дешевле стоят? Так это да, я в курсе. Я прочитал сегодня на Reddit, что его опять цену уменьшу. А чё он вообще дешевле стоит? Дороже был, дороже был. Не знаю. Пока есть? Походу. Это Riot, you know? Не знаю, это чувак был. Ой, я чё-то промазал. Я мог его убить, еще его не убил. Интересно.
у нас на топе турит умирает, между прочим. Ну, ничего не заберем нигде. Заберите. Зерзу деф пойдет еще. У меня хп маны нет. Я там зерзу купил, офигеть. У меня счет, кстати, неплохой. Брайк там что-то кинул. Я тащил. Иди, там тирадир на два раза топ убил. Че, тирадир жесткий, пацан? Я знаю. Это его убил. Точнее, один раз ты его забрал, один раз я. За две вещи куда идет? Офигеть. Фронки потратил жесткий. Охренеть, лучше нашел. И все говорят, что за туда идет. Я знаю, но что? Нифига он. Опасно. Че мне за... Че мне за сделать, не можешь объяснить. Может без ульты вроде. Он улетел недавно. Что произошло? Опять что нам там напротив? Просто на человека бегу, я место посередине. Механикс. Потому что Амели сейчас с Виндомером будет драться. Хорошая идея. Видимо, не очень. Не отдачи, зацепили. Зацепили, блядь. Ты не мог даже. Блин, ты там хотя бы разок упасть. За игру? Не, один раз выпал, ты. Ну так, это для приличия. Хотя как мы игру закончим. Офигеть, это нормально вообще фонку тащит там вообще по-царски. Я тебе говорю, он вообще жесткий какой-то. За Зарика он не очень играет. Где играть? Не ультайте меня, ультайте. Okay, ну давай, поехали. Ну, я вдаляю. Так, таун так. Давай. Убил я на нее, волков согрел. Охренеть, мой волк, да не трогай. Вот какие по-имбалански, Алекс, забейтил его. По-имбалански? Я таунтов даже попал. Ты знаешь, как на этой скине северки выглядит с полшилд? Нет, поэтому просто таунт. Просто она ультанула, и я не понимаю, что у нее вообще. Я да, у нее там что-то вокруг крутится, там верти, что-то открывает. Я заявил, что надо, давай попробуем затаунить, затаунить его. Такой звук прожал, значит попал. Короче, так сидел, я пошел. И там петух. Че это попали сейчас? Офигеть! Че за ЛП? Сейчас бакнуть. Ну крепок, кстати, 2-0-2. Интересно, что там как он? Ощущение по команде. Ему сегодня не везет. Пусть почувствует. Обычно мне не везет.
Фомка из Стронг. Ну, я его боюсь, короче. Короче, я не еду в Кельс. Че ты мне так говоришь? Игру скажи. И скажу. Всем скажу. Все, я боюсь. Что я с тобой разговариваю, потом тебе говорю. Лол. Лол. Легенда. Легендарная. Смотри, я увидел. Давай. И сколько сделал, он не увидит. Давай, там. О, слышь, вот это вот по-любому, кстати, сфотошоп. Царь. Просто царь. Эдвард Керри. О боже, ну я не могу просто упасть. Ну как он не попадает? Как это вообще? Это, блин, скиллшот месяц просто. Я серьезно, я чувствую, как все, 100% попаду. Это как Нихук, это еще труднее. 100% попадаешь. На курсе 100%. Не, я как бы, я не знаю, но поиграть в классном гейме против ботов, как бы вообще нереально упасть. Все, спасибо, я пошел. Ох, ну, слышь, я попал, убегаем. Да, я убегаем, да. Он, я пошел. Ничего, улетает. Уйти меня. Пошел. Флеймер. Петуш. Петуш. Просто петуш. Эй, петуш. Петуш. Англоязычный зритель не понимает, на чем мы писаем. Офигеть, что за звуки? Там петух, что ли? Я слышал, за ушком почесать. Ты сразу тебе кое-что откусит. Петуш. Катя, ты тоже петуш? Мой петуш. Пойдем с этого, пойдем. Петуш. Пойдем на шоу разберем, петуш. Блять. Как так можно завардить хуёво? Ну она хотя бы Эдвард палит из два тарца. Слышь, больше не палит. Что там отдадитесь? Зачем вы вообще бот пушите, если бота нет? Не знаю, я на месте. Нельзя бараш на шор. Бараш. Петушь. Видом вай дамаж. Охерительно закупился. Чё это, чувак? Вообще жёсткая вай. Не жёсткая вай. Вай. First round, you know? Охренеть, меня там через стену просто прососало. Ассист! Эдвард Карри. Охренеть, вот это разводило просто. Ну чё, на меня опять ебало? Что было? Да всё равно, это он точно могу делать. Думаю, just OP. By you, because it's OP. 45 seconds cooldown item. There's a lot of burst potential. Потенциале. Берстуале потенциале. That one is shit!
Таунтерино, Потенциано. Хренеть там у Фомки демон. Значит, я бы купил там правильно.